В районе Усть-Сыльмы начался ледоход. Это в 325 километрах от окружной столицы. Уровень воды за сутки там увеличился на 31 сантиметр. Такие данные приводит Объединенная гидрометеорологическая станция «Нарьян-Мар». Развитие ледохода от Усть-Сыльмы и вниз по течению Печоры ожидается быстрым. На это повлияла установившаяся плюсовая температура и, соответственно, быстрое таяние льдов. Так, например, в прошлые годы ледоход в районе Усть-Сыльмы начинался при уровне воды от 800 сантиметров. В нынешнем сезоне лед тронулся при уровне 566. Голова основного ледохода на реке Печора развивается ниже Усть-Усы, в 675 километрах выше Нарьян-Мара, ниже по реке Дайормице, подвижки и разводья. До Нарьян-Мара ледостав с закраинами. За прошедшие сутки уровень воды в Оксино поднялся на 38 сантиметров. В Нарьян-Маре в районе Городецкого шара на 19. В Андиге вода прибыла на 16 сантиметров, в Харуте на 7. В Коткино за прошедшие сутки уровень воды достиг 547 сантиметров. На Суле наблюдаются подвижки и разводья. Поднялась вода в Харивере, Тошвиске, Великовисочном, Лабышском и Хангурее.